Рам, поздоровайся, пожалуйста, со зрителями, привет. А то я сейчас не могу. Привет! Всем привет, привет, привет. Подожди, Артур, я хочу показать зрителям, сколько много вещей мы с собой берем. Наверное, первый раз мы едем путешествовать с такими сумками. Да, это мы не берем, это мы сейчас соседу отдадим корм для котов, чтобы он кормил. И для собак, кстати, я тоже наварила целая кастрюля в холодильнике. Ракешбай будет приходить и кормить. Курица с рисом. Так, значит, Артур вот хочет показать, посмотрите, что он набирает с собой. Столько мелочи. Для нуждающихся людям. Для нуждающихся людей, Артур, правильно говори. А я считаю, что, Артур, во-первых, коробка очень тяжелая, металлическая коробка, Артур. Очень тяжело будет. С тяжеленный рюкзак, и там все его вещи, все, что нужно Артуру. Когда... All rich there. Да, Артур, мы едем в такое место, где только really? Богатые. Only что мы будем делать? А, да, будем сейчас, сейчас now we go, we have time for fun. Лена, здесь еда, мы еще еду с собой везем. Здесь у нас вещи мои и... Артуркины. Здесь у нас все теплая одежда. Куртки, пуховики, толстовки. Здесь парама одежда. И еще я не загрузила всю свою аппаратуру. Камеры, микрофоны. Мам. Парам, давай фаст. Окей. Пора, мне не разрешают снимать, говорит, сосредоточься. Итак, мы приехали уже в Мумбаи, похоже, Артур нашел. Артур, а что ж ты оставил свои деньги, свой капитал, вот так вот? Я Артура учу, чтобы он милостыню давал людям, которые действительно нуждаются в этом. Стареньким бабушкам, дедушкам, инвалидам, может, детям. А этот мужчина... Сейчас я вам его покажу. Вот, этот мужчина явно мог бы идти работать и зарабатывать деньги, а не просить. Как считаете вы? Напишите в комментариях. Идем. Сейчас мы пересаживаемся на рикшу. Артур, дай мне руку. И в аэропорт. Ну вот мы и подъехали к аэропорту. Парам жалуется. Говорит, так жарко. Говорит, скорее пойдемте в аэропорт, там кондиционеры. Как же ты запоешь скоро? Я представляю. Ну все, давайте передохнем. Сейчас мы достанем наши документы и в путь. Я немножечко волнуюсь. Я всегда волнуюсь перед вот этими всеми проверками. Я не знаю, ну, наверное, потому что у меня был как-то не очень приятный, можно сказать, даже печальный опыт. Поэтому всегда вот у меня... Перед аэропортом начинается тремор. Трясутся ручки, ножки. В общем, переживаю. Мы сейчас будем проходить контроль. И нужно повыкладывать все телефоны, часы. Артур, часы доставил. Посмотрите, Артур гирлянду еще с собой взял. Столько нужных вещей Артур понабирал с собой. Прям куда там... Вот этот контроль я не люблю, потому что очень неудобно. Я еще рассказывала, наверное, уже 55 раз, но еще раз расскажу. Однажды здесь потеряла, лишилась своих часов любимых. Вот, ну я так понимаю, что не потеряла, а кто-то просто приделал им ноги. Боже мой, Артур, ты еще и свои эти сбережения все выложил. Это ж, по-моему, не обязательно. Смотрите, теперь пакует полчаса. Ну пусть, пусть уже входит во взрослую жизнь. Парам еще пришлось вот ремень снимать. Ну вот я не люблю это, настолько неудобно. Сейчас как бы еще хоть, слава богу, людей не очень много. А когда людей много, когда опаздываешь. И вот это вот все нужно успеть, ничего не забыть. Мне кто-то должен помогать? Нет, Артур, каждый сейчас за себя. Он уже, знаете, он уже раз сказал. Я говорю, я буду по губам бить, если ты еще раз такое скажешь. Это что я должен таскать постоянно этот рюкзак? Понабирал туда кучу ненужных вещей и уже... Возмущается, что тяжело. Так, вот видите, пропустили все наши напитки. Это радует.
Все, пакую, проверяю. Значит, часы я не брала специально. Документы надо в первую очередь проверить. Телефоны на месте. Я сейчас снимаю на телефон. Как видите, камера здесь лежит. Зарядка. А я, кстати, зарядку свою не доставала. Это везде по-разному. Иногда так тщательно проверяют. Все прям надо доставать до мельчайшего. Там пилочки какие-то. Вот сегодня нейл-катер прокатил. Ну, как для ногтей специальные. Никто не заметил, что... А, это твой. Is it yours? Посмотрите, парам свой билет чуть не потерял. Но это, правда, не страшно. Сейчас в мобильнике там как бы распечатали. А можно не распечатать. Можно показывать электронный. With me. Артуркин я положила к себе. Давай, Артур, пей. Я хочу нашим зрителям показать. Во многих аэропортах, я думаю, вы в курсе, вода стоит очень дорого, намного дороже, чем вот если просто купить на улице. А здесь вот в Индии можно абсолютно бесплатно попить водичку и даже можно и набрать с собой. Вот видите, здесь все показано. Для маленьких пониже и для взрослых повыше. Вот, но нам, в принципе, это делать не обязательно, потому что мы с собой купили воду и ее пропустили. Сейчас самый приятный момент. Интересно, вы, мои дорогие зрители, берете с собой еду, когда собираетесь куда-то лететь? Или покупаете здесь, в аэропорту? Ну, здесь, конечно, тоже можно купить и нормально покушать, но я все-таки предпочитаю что-то с собой взять. Я заранее приготовила. Вот, посмотрите, вкусные котлетки. И огурчики с собой взяла, и помидорчики. И еще плюшечки испекла. Много-много всего вкусного. Некоторые пассажиры нашего самолета уже заранее надели на себя теплую одежду. Вот видите, девушка с парнем в теплых куртках. Вот он, наш красавец. Артур, быстрее, собирай все. Нельзя, когда самолет взлетает. Собирай все. Понабирал добра, теперь не знаешь, что с ним делать. У нас в этот раз такие неудобные места. В первый раз в жизни я сижу, вот я сейчас показываю на примере этих мужчин. Но точно так же мы сидим. В хвосте самое последнее место. Невозможно разложить спинки сидений. В общем, очень-очень-очень тесно. А лететь нам 2 часа. Что ты такой серьезный? Вот это холодина. Уже даже здесь чувствуется, да? Ну как, парам? Уже не жарко тебе? Now we want to go back to Mumbai. Сейчас нам хочется вернуться обратно в Мумбаи. Греться под пальмой. Боже мой, у меня сейчас такие воспоминания, ребята. Это Кашмир. Я пыталась сохранить интригу, не рассказывала вам, куда мы летим. Может быть, кто-то думал, что мы летим в Канаду. Кто-то думал, что мы летим на родину. Но мы прилетели в Кашмир. И город, где мы сейчас находимся, называется Шринагар. Столица Кашмира. Зря, наверное, мы сюда приехали, да, парам? Посмотрим, еще столько денег, ребят, я вам потом уже расскажу, это очень бюджетное путешествие. Так, нам нужно забрать свой багаж, единственная сумка, но из-за этой сумки придется терять время. И еще, друзья, какая проблема, значит, Кашмир — это Индия, но здесь не ловит связь. Мой интернет не ловит. Как оказывается, что здесь еще и Wi-Fi не везде ловят, и мобильный интернет. Нужно покупать отдельно карточки. Мне нужно срочно сообщить, что мы добрались удачно, все нормально. Приземлились без приключений своим родным и близким. Но я не могу этого сделать, боже мой. Они, наверное, уже волнуются, но я не знала даже.
Друзья, я знала, что Wi-Fi здесь не везде, но то, что мобильный интернет не ловит. Проголодалась моя кошечка. Мой котик. Мой тигр, извините. А где мой сын? А где мой сын, Артур? Замерз. Люди в теплые края едут, а мы... Боже мой, ну ничего, друзья, вы скоро увидите, что мы сюда не зря приехали, не зря прилетели. Вон, посмотрите, какая женщина. В саре и не мерзнет. Закаленная. Слушайте, ну и зачем? Спрашивается. Why we come in here? Захотелось острых ощущений. Очень холодно. Сейчас 6 часов вечера. Я надеюсь, что днем здесь будет потеплее. Но сейчас реально некомфортно. Пасмурно, нет никакого солнышка. Я еще не поняла насчет зелени, пока вот я вижу здесь ели, знаю еще, что не разобралась. Я надеялась, что здесь все цветет, но еще непонятно, так ли это на самом деле. Сейчас мы будем карточки покупать, потому что без связи нереально. Я не знаю, как я вам буду видео выгружать, но на первом месте у меня сейчас стоит вопрос, как сообщить своим родным, что я в порядке, что мы в порядке. Так по ощущениям, что хочется даже капюшон надеть. И перчатки, руки тоже мерзнут. Это мы. Авантюристы, блин. Так, ну что, купили сим-карты по 500 рупий. Сейчас садимся в такси и едем искать отель. И уже темно, 7 часов вечера, но таксист нас остановил. Он настоял, говорит, выйдите, сфотографируйтесь рядом с этой башней. А Барам сказал, что чуть позже расскажет историю. Возле этой достопримечательности нужно обязательно сфотографироваться на память. А почему, он расскажет позже. Погодка шепчет, вы видите. Господи, что-то у меня настроение такое паршивое. Не нравится. Холодно, зябко. Дождь моросит. Ну ладно, давай, окей, давай, фотографироваться быстрее, давай. В машину, там хоть тепло. Ну не надо трогать, но просто я не удержалась, чтобы не заснять. Посмотрите, какая собака огромная, пушистая, сколько шерсти. Может, это хаски? Здесь же холодно, похоже на хаски, да. И вон еще прижались друг к дружке собачата. Нет, а и тут тоже, посмотрите, какие. Нет, господи. Это поменьше. Представьте, как им... Ну, я надеюсь, что им не очень холодно, раз у них такая шерсть длинная. Значит, мы сейчас будем заселяться в отель. Такая обшивка. Господи, я запыхалась. Как в сауне. Так, ну заходим. Ну такая вот маленькая комнатка. And they have heater. Там какой-то обогреватель нужен. Я думаю, что там сильно большая комната и не нужна, чтобы ее легче было обогреть. А, ну хорошо. Все чистенько. Обогреватель есть. Артур, это вот мы приехали отдыхать, Артур только что говорит, если что, куртками будем укрываться. Заплатили кучу денег уже за билеты на самолет туда и обратно. Ну, я уже не говорю, тут уже по мелочи. То кто эти сим-карты, то такси, то то-то, все, чтобы куртками укрываться. Где это видано? Нам плохо жилось. Ой, друзья, ну ладно. Это сегодня, знаете, такой у нас непонятный день. Я так по ходу вам рассказываю, комментирую. Надеюсь, что завтра придем в себя и будем уже наслаждаться отдыхом. Спасение. Мужчина принес нам
одеяло специальное, которое с подогревом. Вот так вот, видите, я даже не знала, что здесь таким образом греется. Я думала, что сейчас принесет какую-то воздуходувку, но здесь называется хитер, а он нет, вот. Принес нам такое вот специально не одеяло, точнее, а простынь. Артур, поправь там что-то. Да. О. Ну круто. Потом расскажу вам, поделюсь ощущениями. Мы вот видите, уже переоделись немного, вернее, оделись для сна. Будем спать в штанах. Артур вот специальную кофту взял для тепла. Я вот, посмотрите, взяла носки. Вот, и Артур тоже в теплых носках. А ему, do you not feel cold without socks? Посмотрите, мужчина какой закаленный. Это мы, наверное, с непривычки. А так вот тут люди, я тоже обратила внимание, некоторые в шлепанцах, в сланцах. Вот так я вам завтра покажу, сегодня еще не успела. Темно, знаете, не хочется в темноте снимать. Вот, а завтра вы все увидите. Но вот я уже... наблюдала интересные такие наряды у местных. Кто-то в национальных теплых пальто, или как я даже не знаю назвать, но увидите. Кто-то в модных курточках, пуховиках и внизу в шлепанцах без носков. Так вот, идите, нам, наверное, чтобы теплее было, сейчас шторки мужчина повесит, чтобы щели загораживать. Ну как, греет? Нет. Нет? Ничего не греет? Нет. Ну подожди, может, еще не успела. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.